И теперь обо всем по порядку. Как идет уборка в Акжарском районе? Аким области Ирик Султанов ознакомился с ходом осенне-полевых работ. Местные аграрии убрали пшеницу и масличные на общей площади более 200 тысяч гектаров. За 8 месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства в районе составил более 4 миллиардов тенге. Подробности в сюжете наших коллег с телеканала «Казахстан» Петропавл. В крестьянском хозяйстве Гоцак в Акжарском районе обмолотили пшеницу на площади 2700 гектаров. 90% урожая уже в закромах. В поле работают 8 человек и 11 единиц техники. Средняя зарплата – 95 тысяч тенге. В этом году здесь заручились господдержкой. Аким области Ерик Султанов побывал на полях хозяйства и ознакомился с ходом работ. Урожайность в среднем идет 16,5 центнеров до 17. Вот сейчас зерно сухое, влажность 13-14. Вот так, в принципе, комбайны работают. У нас комбайны все новые. Качтавского завода вот комбайны «Вектор», Кустанайского завода «Исиль». А выработка среднедневная у нас выходит 140 гектар примерно. Затем глава региона встретился с аграриями товарищества «Лукбанов». У сельхозпроизводителя более 7 тысяч гектаров земли. Больше половины из них засеяны пшеницей. Погода в этом году не сравнить с прошлогодней. Вот, в прошлом году вот ни в одном из районов, сегодня Аким говорит, мы 90% обмолотили, в прошлом году было 35 в это время. Поэтому, конечно, это использовать надо до конца. В фермерском хозяйстве Бекет около деревни Даут в августе приступили к строительству молочного завода. На начальном этапе планируется выпускать 640 тонн продукции в год. В будущем эта цифра вырастет в 3 раза. Сейчас мы уже заканчиваем строительство фермы на 600 голов. Думаю, завершим через месяц. Строительные работы будем продолжать и в следующем году. Сегодня в хозяйстве есть 800 голов крупнорогатого скота. В планах расширить площади посевов, чтобы выращивать для животных грубые корма. Планируем взять земли возле фермы. На сегодняшний день уже заложили 2700 тонн стеллажа. После глава региона побывал на элеваторе товарищества «Талшик-Астык-Агро». Кстати, самом крупном в Казахстане. Сейчас здесь идет модернизация. Этот элеватор может принимать до 209 тысяч тонн пшеницы. Сегодня здесь сушится более 30 тысяч тонн зерна.